Music Factory приглашает на русскую вечеринку «Танцевальный рай». 5 апреля в клубе «Три семерки». Ночь за гранью реального. Впервые в Эстонии обладатель специального приза на фестивале цирка во Франции Екатерина Ефимова и Дмитрий Бух из Москвы со своим неповторимым иллюзионным шоу «Трансформация костюмов». Вас ждет яркое, завораживающее зрелище, магические перевоплощения прямо на ваших глазах. Также головокружительные, акробатические трюки участника шоу «Труппы Мадонны», профессионального слэклайнера из рок-команды Gibbon Slacklines Ян Роусе. Для любителей восточной экзотики – кальянный зал на третьем этаже клуба. Искусители вечера – диджей Денис Кораблев и диджей Соник. Внимание! Продажа билетов по льготной цене во всех кассах Перетелери. Смотри terai.ua. Внимание! Теперь каждую субботу на музыкальном канале 7 в 17:00 ваши любимые музыкальные клипы в телепередаче «Танцевальный рай». Повтор передачи по понедельникам в 21:00. Рай делают доступнее рекламное бюро lime.ee, паблик ТВ, суши бар Silk, Фонтайм, телеканал ОЕ, Будуар, поисковик Изи, Смирнов, Майет Шандон, Капитан Морган, Джонни Волкер, Хеннесси, русский портал и телеканал 7.